Перед нами находится здание ханского дворца. Это кирпично-каменное сооружение середины 13 века с угловыми башнями-пилонами. Территория памятника – это открытое музейное пространство, в котором демонстрируются различные артефакты. Выходя из ханского дворца, вы можете пойти прямо к ремесленным мастерским, где туристы приобретают сувениры. Далее к музею «Дом лекаря». Если вы повернете направо, то вы выйдете к северному и восточному мавзолеям, музею истории Успенской церкви и соборной мечети.